Привет, меня зовут Хатун, мы продолжаем коротко рассказывать о важных вещах. Всю прошлую неделю власти Грузии пытались замять чартерный скандал с премьером. Напомню, главу правительства уличили в том, что он в личных целях использовал главный борт страны. Вылетел в Мюнхен с семьей и охраной и оставил лайнер в немецком аэропорту дожидаться своего возвращения из США. Поднявшуюся шумиху не смогли успокоить ни заверения о том, что перелет оплатил отец-пенсионер премьера, ни игра в молчанку, ни развернувшаяся кампания, гласящая, что руководивший страной 11 лет назад Саакашвили тратил на перелеты миллионы. Потом с Гарибашвили случился приступ щедрости. На заседании правительства 15 сентября премьер-министр, воспользовавшийся правительственным самолетом для сопровождения сына в Пенсильванский университет, анонсировал обнуление долгов для 30 тысяч студентов, чей статус был приостановлен из-за задолженности перед вузами. С этой целью из бюджета будут выделены более 15 миллионов долларов. Учебу смогут продолжить все желающие должники. Услышав эту новость, я задалась одним единственным вопросом. Почему такое решение было принято именно сейчас? Также 15 сентября Иракли Гарибашвили сообщил о решении правительства обеспечить жильем жителей региона Гурия, которые пострадали от стихийного бедствия, и оказать финансовую помощь в размере 7,5 тысяч долларов семьям погибших при сходе оползня в Шове. Трагедия в Шове произошла 3 августа. Подтверждена гибель 32 человек, среди них дети, студенты, целые семьи. Средства на помощь пострадавшим собирали простые люди. К примеру, для осиротевшей 4-летней Люси всего за несколько дней была аккумулирована сумма, которая хватит на покупку небольшой квартиры в Тбилиси. Сейчас вы видите сайт правительства Грузии и список прошедших заседаний. Трагедию в Шове от озвученной Гарибашвили инициативы отделяют 5 заседаний и 1,5 месяца. Совпадение? На Гурию стихия обрушилась 8 сентября. 11 сентября состоялось очередное заседание правительства, где пострадавшим просто пообещали помощь, без конкретики. Мы никогда не узнаем, получили бы обездоленные дома или нет, если бы не чартерный скандал с участием премьера. К примеру, июльский разрушительный потоп в регионе Самогрело был полностью проигнорирован властями. Через год в Грузии пройдут парламентские выборы. Грузинская мечта рассчитывает одержать на них победу, а потому вынуждена считаться с электоратом. В последнее время на долю партии выпало много скандалов, и тот факт, что добрые инициативы совпали с ними по времени, наводит на определенные мысли.